Друзья, я приветствую вас на моем канале, мое видео. Я была в городе мастеров и показывала новые современные значки. Я думаю, я покажу то, что у меня, то, что я привезла. Я чувствую, что у меня еще немножечко осталось там. Надо будет привезти. А еще очень много у меня просто забрали. Сказали, что это не мое, что это вот, это бывший. Так что вот так. Там была огромнейшая коллекция геральдики всех городов мира и Советского Союза тогда. Было много маршрутов путешествия именно в значках. Ну, то есть я увлекалась так. Вот похоже что-то вот на это то, что у меня осталось. Вот геральдика Воронежа. Не знаю, что сейчас. А это Великий Устюг. То есть вот таких и еще других вот такого вот плана у меня было очень-очень много. И у меня просто забрали их. Да, ну вот то, что осталось, коллекция. Вот видите, вот эти значки, они стоили тогда 20 копеек. Такая коллекция машин была. Собирали мы с ребенком. Вот. Тут какая-то большая. Вот такая машина. 30 копеек. Вот такая серия была. Эти ралли. Авторалли. Тогда очень много было. Показывали авторалли. Дакар. Еще не только Дакар, а еще, по-моему, Кейптаун тоже еще один Дакар. Ну, это понятно. 80-й год, это Олимпийские игры, серия. Вот такое было общество книголюбов. Вот этот значок, я не помню, что это такое. Ну, это серия значков. Да, занимались спортом, и вот такие были значки. Юность, годы, там ребята занимались плаванием. Это просто разряд, любой вот давали разряд, второй, третий разряд. У меня есть еще один значок, но я не привезла, видимо. Вот такая была серия очень интересных значков, смотрите. Вот это Таллин. Вот именно вот такого вот характера значки. Вот такой самолетик. Так, а это я не помню, что это. А, это архи. Да, старая архи в Кишиневе. В Молдове. Была серия вот таких вот лошадей. Вот серия вот таких самолетов. Кораблей. Вот у меня очень много было кораблей вот таких. Парусных кораблей. Это писатели. Ну, Багрицки. Серия это было писатели. Я уже показывала здесь вот. Вот такая вот серия. У меня было очень-очень много. Вот просто как путешествие. Вот собираешь вот такие значки и уже путешествуешь. Смотришь, а что это, а почему, а куда, а как проехать. Это было очень интересно. Так, ну вот такие много разных значков. Это вот юный турист. Вот Габрово и Азербайджан, это я привезла из Артека. Да, там была. Ну, такие наши значки. Я думаю, что знаете. Я показывала вот этот вот рубль. Он, смотрите, 91-го года. Он еще 91-го года у нас был. Так, это 3 рубля. Ой, я не знаю, сколько это стоит сейчас.
61 года. Это тоже 61 года рубли. Это вот буквально было в 60-м году, 61-м, значит, реформа. Были огромные большие деньги, там сколько, 1 рубль, это, наверное, было 10 или 100, 100 рублей. 5 рублей. Какого тут года? Шестьдесят первого года. 5 рублей, вот 61 написано. Да, представляете, еще 91 года рубль еще ходил у нас. Вот. И теперь вот такая серия открыток была, видите, 3D формат. Это они не скукожились, они вот такие были. Это как бы 3D формат. Вот если вы посмотрите, я не знаю, видно или нет. Так, может быть, на видео не видно. Вот немножечко, вот. Вот так, если я поставлю, то видно, что это 3D формат. Такая серия открыточек. Это сражение Петра Первого. Вот. А это капитана Врунгеля. Тут написано «Беда». Вот если вот так вот я ставлю, то, по-моему, немножечко видно, что это и задний план, впереди, средний, как бы 3D формат. Так. Еще у меня большая коллекция. Давайте мы посмотрим. Я сюда подвинусь. Большая коллекция марок. Вы же, наверное, забыли, что такое клейстеры. Вот сколько марок. Это посвящено кому? Это искусство, да? Искусство, живопись. Обожаю Сарьянса. Вот. Обожаю, просто вот обожаю его. Это к столетию. Это 150 лет Саврасову. Это 150 лет кого тут? Неврева. Чё? Очень многие марки сейчас просто на вес золота. Таких больше не делают. Тут и современное искусство. Тут что у нас, марочки? Действующие марки, что ли? Это вот гашеное тоже. Это все марки уже погашенные, но если взять не погашенные, это вообще большое сокровище. Здесь вот спорту. Такой большой клейстер с марками. Это уже машины. Это история пожарной. Куба даже. Куба. Да, очень много машин у нас. Видите? Ну, специально выпускали для того, чтобы люди могли собирать марочки.
Это все марки погашенные. Видите, тут даже написано. Каким маркам это относится? Ну, любили собирать, разглядывать. Это болгарские марки с автомобилями. Небось, забыли уже все. Какие машины были? Польские машины. Всех принимали. Ну, это грузовые истории. Вот так. Такой большой клейстер. С машинами. Ой, прилип. А здесь что у нас? Здесь у нас полет. Здесь у нас самолеты. Нет, таких марок уже нет. Здесь что у нас пустой? А нет, здесь наверное, кому космос упас. Так, что у нас здесь? Посвящено что, космосу? Угу. Это космические марки. Я не там открыла, не с той стороны. Вот космические, да. Это кому интересно. Ну что, садились телевизора как то? Какой телевизор? Какие гаджеты? Ничего не было. Было только вот это. Могли разглядываться, могли путешествовать, могли разговаривать. Посвящено многим космонавтов. Да, вот космос написано. Я с другой стороны, наверное, я с другой стороны открывала. Так, а здесь какие у нас марки? Здесь марки корабля, поезда, общая такая тематика. Ой, не знают наши девочки и мальчики очень много. Потому что не читают. Что они знают, что такое Индира, кто Индира Ганди или Гюркоц. Так что вот так. А это кому посвящено? Толстому? Нет, что-то китайскому. Блок. Менделеев, так что. Так что вот так. Интересно. Большой театр. Ага. Почта СССР. Вот так большой театр. Смотрите, какая была марочка большого театра. 10 копеек. Все марки погашены для коллекции. Это не для почты. Эту я открывала. Да, посвящено вот кораблям, видите, еще. Ой, как окунаешься в детство. Просто вот как сидишь и вспоминаешь, что вот так вот открывали и путешествовали.
Вот и все. Если вам понравилась моя коллекция, поставьте лайки, подпишитесь. Я думаю, что это очень интересно.